should own. Дорогие друзья, дорогие гости канала «Вязаные истории», я вам говорю добро пожаловать. Я автор канала Юлия Савлюк, и сегодня мы с вами будем говорить на новогоднюю тематику. Да, до Нового года еще целый месяц, но уже сегодня я хочу объявить о старте третьего сезона совместного проекта «Свяжем вместе волшебство». Это поистине волшебный праздник, и к этому празднику всегда хочется чего-то необычного, новогоднего, теплого, зарядиться новогодней атмосферой, поделиться новогодними эмоциями и радостью, чтобы, несмотря на то, что на улице у нас, например, нет снега, вроде как обещают к выходным, посмотрим, будет или нет, в Питере уже лежит снег, я наслаждаюсь фотографиями с Питера, моих любимых родственников, с Питера, где лежит уже снег, это круто, это вдохновляюще, да, но у нас еще снега нет, у нас серо и уныло, к сожалению, благо в торговых центрах уже такая новогодняя атмосфера. Я вам немножечко вставлю этих видео, где заряжается нас новогодней атмосферой, новогодней атрибутикой. Том, пожалуйста, не рви ничего. У нас тут Том в шоке от новогодних огоньков и боится к ним подойти. Old acquaintance be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Сейчас я хочу вам рассказать немножко о сути совместного проекта, если вы впервые у меня на канале. Суть заключается в том, что мы с девчонками-блогерами вместе собрались для того, чтобы вам подарить новогоднюю атмосферу, чтобы вы больше узнали о каких-то новогодних идеях, традициях нашего города, места проживания. Проект этот зародился еще в 2019 году. И вот с тех пор я участвую в третьем сезоне на сегодняшний день. Не всем девчонкам, конечно же, удалось в этом году. Нас очень, конечно, даже более того скажу, нас мало в этом сезоне участниц. Причины у каждого разные, да, и в свете последних событий мы должны все это понимать, поэтому принимаем как уж и есть. Мы предлагаем вам бесплатные мастер-классы. Кто-то подробный мастер-класс, кто-то какое-то описание на изделие. Все изделия на новогоднюю тематику, кто-то ближе к... Это могут быть аксессуары различного характера, как для личных целей, для, ну, в качестве одежды, да, так и для домашнего декора. А также кто-то, возможно, даже создает плечевые изделия, крупные, шикарные, красивые для новогоднего вечера. Поэтому подписывайтесь на каналы, заходите на каналы других девчонок. Ссылочки на каналы девчонок я обязательно оставлю в инфобоксе. Все, кто будет принимать участие, нас, я же говорю, не очень много. Поэтому заходите к ним на канал, знакомьтесь с их идеями. Что же, а я хочу вам рассказать, что же будет у меня в рамках этого совместного проекта «Свяжем вместе волшебство 3». Я планирую для вас создать мастер-класс на носочки в новогодней тематике. Мне безумно хочется красно-белые носочки. Я для вас сейчас небольшое количество идей вставлю.
какие именно у меня будут носочки, вы сможете узнать, конечно же, немножко попозже, когда на него выйдет мастер-класс. Те девчонки, которые смотрят мои влоги, смогут во влогах увидеть, что же я снимаю за мастер-классы, на какие носочки. Я обязательно во влоге буду показывать и делиться. Поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписались на канал. Мне очень приятно будет. Да, Томушка? Я буду делиться подробными процессами. Будет ли мастер-класс на новогоднюю игрушку? У меня уже спрашивали, на тигра или будет ли или нет. Тигра вязать я планирую. А будет ли мастер-класс или нет, честно вам откровенно не могу сказать. В свете последних событий, в свете загруженности очень сложно что-либо предугадать. Мне, правда, вчера буквально пришло предложение поделиться мастер-классом на игрушку, которую я уже вязала, да, как бы взаимореклама в Инстаграме. Я пока думаю об этом, нужно ли мне или нет, потому что для Инстаграма нужно будет текстовое описание, а это занимает довольно большой промежуток времени. Нужно вкладываться в это все, и довольно часто мало кто оценивает это, к сожалению. Я говорю, реальность такова, поэтому смогу ли я, поэтому мне нужно рассчитать правильно свои силы и понять, смогу ли я воплотить это в жизнь или нет. Таким вот образом. Такие у меня и планы на этот совместный проект. Очень надеюсь, что он все-таки состоится, потому что довольно мало девчонок, которые могут, и даже те, которые заявили, что смогут, сейчас по причинам здоровья пришлось отказаться. Это, конечно, печально. Хотелось бы, чтобы все мы были здоровы, да еще к Новому году. Я знаю, что такое заболеть под Новый год. У меня был один год, когда сын так болел, поэтому я больше повторения такого не хочу. Спасибо вам, что вы досмотрели видео до конца, вы узнали все новости. Надеюсь, вам интересно будет понаблюдать за нашим совместным проектом, как и что зарождалось и появлялось. Если вам интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной, не забудьте подписаться на канал, поддержите этот ролик пальчиком вверх. Вам не сложно, мне приятно, и это очень важно для продвижения этого видео. Спасибо вам, друзья. А мы вам говорим всем пока-пока и до скорых встреч. Да, Томушка моя? Говорим до скорых встреч, друзья наши. Да? Что? Тебе интересно, зачем я это достала? Ты хочешь посмотреть? Они мигают. Ты поиграться ими хочешь? А мышка твоя где? Где твоя мышка? Новогодняя мышка где?